Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы хотим вам показать, как выглядит современный университетский бульвар. Так как камера будет стоять на торпеде, чуть-чуть будет трясти, поэтому извиняемся за качество видео. И я поверну камеру вот так чуть-чуть вправо, чтобы снималась вся правая сторона, а потом развернемся и будем снимать другую сторону. Так вы сможете увидеть весь наш университетский бульвар. Сейчас вот мы начинаем двигаться от Иньяза и поедем направо на университетский бульвар. Вот мы повернули на бульвар. Вот он начинается. В свое время университетский бульвар назывался Абрамовским бульваром в честь губернатора города Самарканда Абрамова еще в российские времена. Должен вам сказать, что он был один из самых длинных бульваров в мире, он занимал третье место, пока этот бульвар не разделили на две дороги, чтобы было удобнее ездить. И так как теперь этот бульвар разделяет эти две дороги, он уже не считается самым длинным. По длине он остался таким же, но он уже не сплошной. Вот сейчас мы проезжаем, вот проехали химфак. Сейчас вот парк справа. Дороги у нас, слава богу, высохли, гололеда нет. Но снег еще остался, пока не теплеет. Вот мы сейчас проехали городской хакимиат. Вот эта дорога направо идет. Советская, мы едем дальше. Вот вы видите еще одно здание университетского бульвара. То есть университета. Сейчас он называется университетским бульваром, потому что вокруг этого бульвара расположено здание нашего университета. Выглянуло солнышко, поэтому кадры более приятные, более яркие, и настроение уже лучше. Сейчас мы подъезжаем вот к концу бульвара, который идет в сторону пищевого колледжа. Здесь очень много изменений, смотрите внимательно, здесь почти все снесли и построили новые комплексы. Стало намного красивее, чем было. Справа только идет стройка вот. А вот здесь уже стройка почти закончилась, вот смотрите. Вот дорога прямо идет на пищевой колледж, но мы поедем дальше по бульвару. Вот Пушкинская библиотека. Дальше опять здание университета. Смотрите, как красиво расположены деревья. Весной и летом они намного красивее, когда они полностью зеленые. Такое ощущение, что они делают такую своеобразную арку.
Вот биофак, здание биофака. Одно из старинных зданий. И вот мы опять вернулись к началу бульвара. Дальше дорога уже идет на Регистан.